On a choisi quatre plats différents. Choisis les quatre plats et voilà. Что ты кушаешь? Ну, привет. В ресторане Фьюджи. На самой, наверное, ну, самая высокая точка, но самая высокая деревня на Реюньоне. Называется Френде. В общем, когда рабы бежали, они бежали именно сюда. Сам по горам, прятались в капах, и есть типа, черные, по-креольски, так они называются. Ну вот, здесь вот основали ресторанчика, люди приезжие, самые помнят из страны, такие модные, веселые, живые. И мы вот с Евгением ездили на Курган, на движение, потрясающее зрелище. Мы приехали сейчас любыми страхами, на Агару. Это нам напоминает вулкан. Вот, сейчас едим суп. Что там у нас в супе? Гороховый суп. А, гороховый суп. Сливками. Со сливками, да. Это вообще так необычайно. В общем, все можно перемешать, можно по отдельности. Вот, запиваем, конечно, это дело пиво Додо. Отлично. Там день рождения у кого? Vin saucisse, pâte cochon, camaron et je sais pas, cabri massalé. Cabri massalé. Ou cabri massalé. Cabri massalé, je pense. Cabri. Zig. It is. Alors, coq, pâte cochon, saucisse, camaron. Alors, this is my friend. And this comes from. Брис, журналист Брис. Ты, короче, журналист? Он журналист? Новый профессор. Окей, он едет вас по тебе спали. Майор! I don't know what is a Sam for Happy Birthday and Russia. What is it? No. Авокадо. Это местный ром. А, пунш. Ну, это пунш, да? И разные пыльки, да. Все это ставится. Развивается по шарам на ее. Вот так, как его снимать? Ну, я уж не буду снимать. Надо, надо. Надо, наоборот, сейчас. Вот так. My young brother here. It is my young brother. Your brother? Ah, yeah, cuckoo. You remember me? I'm going with my mother, with baby. 5 years. 5 years before. 5 years. I said that. Now I have 2 baby. No, children.
Tak, il y a les camarons, pas de cochon, les saucisses. Вот опять все в том же ресторане, напились пива уже. Сейчас мы примемся за вкусную креольскую еду. Значит, вот тут у нас карри комаров, приготовлено по высшему креольскому рецепту. Это у нас карри-кок. Сели комаров. Мугай-сосис. Подкошу. И кушок. Перекок, подкошу. Ну, короче, мы не знаем, там, короче, поросёчка, но там либо рука, либо нога. У журналиста не поменяют стул. А, да, стулья меняют. Сейчас стол поменяют, короче. На улице у нас стул. Не, ты будешь не попить. Ты не попить. Мы там пить. Мерси, месье. Евгений, это для тебя. Ты там что, снимаешь? Сейчас, секунду. Это тебе, Евгений. Прям сюда, центральное блюдо. Это, короче, баклажаны, и там очень много острого перца. Вот. Some rice. Рис. Ну, райс, это понятно, что рис. А это чечевица. Ланти. Оля, ты тоже будешь? Ле бреда. Это бреда. Бреда. Это просто зелень. Зелень, как наш, Шпинат, да. Типа, короче, это какая-то зелень, подобная шпинату, которая тоже всегда подается на креольской кухне. То есть чечевицы, либо бобовые, там, дальше фасоль, рис каждый день. Всякое разное пиво они делают с помидорами, с ножами, и вообще чуть-чуть есть чем. Ну, я видел такую зеленую и красную. Зеленый рис, чечевица, а потом уже блюдо. И перец уже сверху. Сейчас покажу. Обычно это такая гора риса. Я по-креольски не ем. На самом деле креол, видите, какие большие тарелки у них. На самом деле у них риса просто вот там целая гора. Сверху этой горы они накладывают чечевицу, мясо, там, все это съедают. Я ставим туда вырезают. Дополнительный желудок где-то. Чебрец сделан присутствует, то есть чеснок обжаривается, чеснок, лук, чебрец и чеснок вместе с острым перцем. Такой ступе там, это ступа сделана из вулканического извержения, вот, чаша, в ней все это перетирается. Если через чесночницу выдавить, вкус будет совершенно не как я уже пробовала. А в этой ступе все трется вместе с крупной солью, раздавливается и потом все там жаривается. Аромат стоит, чувствуешь? Как едой!
есть! Вот, сейчас я еще себе креветки положу. Это креветки точно по такому же рецепту сделаны. Положу себе для начала чуть-чуть. Я хочу все попробовать. Давайте. Теперь я Женя. Тоже все испытываю по себе. Всем приятного аппетита. Бон аппетит! Бон аппетит! Ты что там, видео снимаешь? Да? Он один, бонжур, бон аппетит! Бонжур, бон аппетит! My young brother coming. My young brother. В общем, небольшая предыстория. Я, короче, журналист из России известный. Да. Я вторая профессия появилась. Я известный журналист из России, да, прибыл сюда. В этом ресторане нас теперь кормят. Почему что мы делаем репортаж об этом месте. Прекрасно. Да. Мне кажется, что слово «Россия» в этом месте так часто не звучало никогда еще. Hi. Даже дети пришли посмотреть на русский. Да, им по праву черные очень работают со всем этим делом рулят. И следуют из ресторанов, да, такие классные ребята, очень веселые. Сливаются на фоне всех этих ребят. Как одни зубы торчат и глаза. Но они очень классные, очень добрые. Вот, и тут мы видим креольскую еду, типичную, да, региона. Я им сказала, что это самый лучший ресторан, самая вкусная еда. Самые большие порции. Обглядимся в удовольствие. Вот брат стоит. Это их заведение? А? Их заведение? Что тут уже надо доложить сюда? Вот риса, смотри, тут сколько. Надо, все надо съесть. Все, вот это. Иначе не выпустят, да? Иначе не выпустят. Не дадут попробовать коктейль. Жан-Клод, типа? Брат у него с 2005 года работает, владелец ресторана, а он с ним у вас как ассоциацию. Да, просто напарник. Он там по кухне шеф, он тут сами шеф. Он работает 4 года, а брат с 2005 года. Сейчас 9 лет. Парни, не пожалуйста, все хорошо. Ну, в общем, что, я попробовал уже креветки, прикольные креветки. Попробовал свинину, похоже на... Как? Что это называется карри? Карри-креветки? Карри, ну хорошо, ну карри с креветками попробовал. Карри со свининой, как свиная рулька такая, тушеная, запеченная. Сейчас еще сосиски попробовал. Вот у Жан-Клода украл сосиски. А теперь я примусь за петуха. В общем, мы облопались тут. Королевский ужин. Это даже на неделю. Не тоже на неделю, на месяц. Столько грамм. А если мы все это не доедим, у нас не будет. Да, ну что у нас там разговор такой? Про креолов. За креолов. Да, мы решаем, кто такие креолы. В общем, есть версия, что креол считается те, кто родился на острове, и те, кто родился, они креолы. И важно, там, вам, вам, можно начать. Обычно моя версия, креолы — это те, кто знает крольскую культуру, поддерживает крольские традиции, но это например, мои дети родились, они не говорят по-креольски. Они креолы. Ну, они креолы, да. Русско-китайские креолы. Французской национальности. Ты чувствуешь себя креолом? Да. Душой, да, да. Не знаю, наверное, я потом не прочитаю.
португальский язык и куча языки, потому что они ходят в французскую школу, там по-французски все болтают, папа тоже ходит. А других креолов у нас в округе особо не водится. Voilà ce qui va traduire en riche. Voilà, c'est une salade de fruits qui est offerte de la part de toute l'équipe, de la part de GE France. C'est génial. Voilà, c'est bon. Такой фруктовый салат. Если мы его поковыряемся и немножко не доедим, они его вывалят вот туда. Куда? Пунш. Ну так, там алкоголь и микробы все сразу разбегутся. Все нормально. Ну сейчас нас угостят вот этим салатом. Нет, попросили там. Все здоровье пережить. Что-то снимаешь? Да-да? Ладно. Ром уже... ванильный, так вкусно пахнет, вообще просто кайф. Прям выпить хочется. Оставлю тебе. Может, тебе еще какой-нибудь принесу? Ванильный ром. Сосы ванилья. И вкус ванилья. Наверное, настоян на ванили, да? Настоян на ванили. Ну, запах вообще обалденный. Давай же, я тут не буду. Давайте уже выйдем. Так все разные, да? Да, все разные. Одинаковые. Это специальная коллекция. Разные, что я говорю. О, такие классные, да, модные такие бутылки. Да, есть такие 24, по-моему, бутылки продаются. Да, да. C'est des Russes. Journaliste alors. Oui. Non, non, on l'accompagne tout simplement parce qu'on habite la région. D'accord. Ça fait un an qu'on l'accompagne tout simplement voilà, dans son voyage pour faire un reportage sur l'île de la Réunion. D'accord. On a croisé des Russes aussi sur le sentier là, on était étonnés. J'avais rarement entendu parler russe à la Réunion. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Je sais, j'avais vu les chiffres comme quoi il commençait à y avoir des Russes. Ah bah, excusez-moi. Voilà. C'est lui qui chante. Et moi. Кто это? Ouais. Ну, тот, кто поет песню, сейчас песня звучит. А, ты кто посередине? Салют, сова, типа, салют, привет, как дела, да? Кто это? Где он? Канумору, сану, сова. Гоману, лариве. На креольском поет. А. Знаешь, что это? Ну, ouais. Салют. Если вы бай. Нянте. Бон. Он français. Quand tu es mort, tu sais pas où tu vas. Когда ты уже умер, ты не знаешь, куда идешь. Да. Это твоя собака, а это там вообще? Не помню, даже он русский. Это он чья? Я помню, даже он русский. Это чья? Понимаешь, что я тебе говорю? Понимаешь? Ну, он говорит, не понимаю. Я не знаю. Пайла. Я травой, я ищу. Я френда Мойси. А, си пердю. Та пердю он диамон? Пердю бы диамон. Та пердю? И пьер. Та пердю и пьер. Потерял бриллианты, короче. Алло. Понимаешь? Варганте. Вас и купер ус. Он ва парфюме иси, Абду. Ла-ла-ла. Все, короче. Когда шеф выпил, можно творить чудеса. Жди, когда шеф или бон кондисо, он выпил пуси, танцует, гумея и лалай. Сейчас так топали на лампу.
Переведи, Оль. Это вот штука, это из чего она сделана? Из дерева. Я сел обоком. Обоком? А, это Наташина тема. Наташа или Адон Бухан? Или Адон Бухан? И мою сестру Наташа. Наталья. Что это за цена? Чьи пушки Наташа Бухан? Да, называется. А, Мессио. Ступка? Ступка. Раньше была ступка, именно для салатов, для чеснока. Еще его любимая, сейчас стала как... Ну все, пьянка закончена, мы собираемся в сторону дома. Да, это был прикольный вечер, прикольное место. Пиво попили, попили вина, попили рома местного. Да, а я, как уже говорил, я русский журналист, который снимаю видео про это место.